Брещанке Галине Павловне 71 год. Женщина считает, что гораздо проще следить за состоянием здоровья, регулярно заниматься профилактикой и отслеживать зоны риска, нежели бежать к врачам, когда уже что-то болит. Сдать кровь на сахар, померить давление, получить рекомендации от врача. Этими услугами сегодня возможно воспользоваться, не заходя в поликлинику без талонов, очередей и ожидания. Иногда бывает так, что в поликлинику за 2 недели там больше не запишешься. Вот я, например, очень хотела узнать глюкозу в крови. Если не по радио ФМ 97.7 слышала рекламу несколько дней. Ну вот передают, я решила прийти сюда. Вот видите, как быстро, действительно, экспресс. Я получила свой нормальный сахар, теперь могу спокойно жить. На этот раз мини-поликлиника развернулась на базе городской аптеки номер 100. Акцию «Сердечный патруль» организовали врачи Брестской городской поликлиники номер 2. Цель – ранняя диагностика сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета. Очень многие удивляются своим цифрам давления. Вот сейчас, наверное, из 15 человек хорошие цифры давления, может, у 4. У остальных всех высокие. 2 человека были почти по 200, а они и не в курсе были. В таких случаях медики дают направление в поликлинику по месту жительства, с помощью которого можно без очереди и без талона попасть на прием к кардиологу, неврологу, либо же к врачу общей практики. К слову, подобные акции специалисты Брестской городской поликлиники номер 2 проводят на регулярной основе и в самых разных местах – аптеках, торговых центрах, предприятиях и организациях города.